Анастасия Волочкова дала неожиданный ответ на вопросы комментаторов о том, зачем она сделала себе грудь. В данный момент народная артистка Карачаева Черкесии и Северной Осетии Алании отдыхает в Греции. Анастасия Волочкова арендовала роскошную виллу, на которой целыми днями купается в бассейне, загорает, а также не забывает радовать подписчиков своими откровенными фотографиями в купальнике. Хейтеры, в свою очередь, то и дело оставляют колкие комментарии в адрес артистки, постоянно упоминая ее размер груди. Однако балерина, видимо, очень устала от постоянных догадок и сплетен по поводу ее внешности, поэтому решила рассказать всю правду на этот счет в YouTube-шоу «Легенда». Как призналась сама женщина, никакого силикона у нее нет, и операцию по увеличению груди она никогда не делала. Но в связи с некоторыми неприятными обстоятельствами, о которых Анастасия Волочкова не стала рассказывать, у нее произошел гормональный сбой, из-за чего ее женское достоинство выросло. Помимо неожиданного признания о болезни в шоу «Легенда», Волочкова сделала еще одно заявление, которое поразило ее поклонников не меньше. Известная балерина рассказала о том, почему она не хочет вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Дело в том, что женщина боится заразиться ВИЧ или получить онкологическое заболевание. Однако стоит отметить, что исследований, которые могли бы доказать или опровергнуть опасения Волочковой, пока нет.